В выездном совещании под руководством Дениса Семенова приняли участие сотрудники администрации, представитель надзорной службы, директор подрядной организации. Состояние ремонта в детской школе искусств порадовало. Прогресс налицо. В туалетных комнатах проложены сети коммуникаций, практически завершена облицовка стен плиткой. По состоянию на 14 июля работы ведутся согласно установленному графику. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, ремонту фасада. Глава поручил ускорить выполнение работ по монтажу отопительной системы и других инженерных коммуникаций. Смена системы ХВС, канализация. У нас идет, приступили. Так, подвесные потолки в работе идут. Малярная работа, стены, потолки в работе идут. Двери позже начинаются. Чистовое покрытие стен, плитка в работе. Электромонтажная работа у нас в работе, правильно? Я уже светильники даже завезли. Да. Видел. Значит, кондиционеры у нас после вентилируемого фасада. Были уже кондиционеры, будем выгонять их тоже на следующей неделе. Технические моменты они уже все порешали с школы. Где, что, как, да? И будем их выгонять. Хорошо, тогда мне вопрос такой, скажите, по... У нас с вами перила должны на лестнице быть заменены, да? Это в будущем, да. В будущем, да? Звукоизоляция сделана из крупных работ, ресепшены созданы, ну и куча всякой электрики, которая дополнительно еще у нас нужна. Это будет все у нас в этом, да, в дополнительных работах, да? Идет установка системы видеонаблюдения и локальной сети. Видеонаблюдение у нас здесь остается, которое было, поэтому мы его привязывали к локальной сети, которую построили заново. Вот. И установка, та, которая сейчас есть, она сохранится на столбах. Поэтому здесь все идет по плану. И... А по там, локальной сети? Локальной сети, да. В локальной сети на следующей неделе будем заходить, пробивать межкабинетные... Перегородки? Да, перегородки. Закладные? Закладные так он делает. А монтаж когда будет? Монтаж будет делать уже ближе, когда тут будет почищен. То есть, грубо говоря, где-то с 10 августа примерно? Ну, ну, я думаю, пораньше. Я некоторые помещения планирую пораньше. Давайте своему электрику. У меня же тоже вся разводка на рынке. Ремонт кровли не могут начать в связи с погодными условиями. Глава попросил отнестись к этому с особым вниманием и контролем и приступить к работам как можно скорее. Сложные технические проблемы, я понимаю, да, у всех. Демонтаж можно производить вырубку, можно это делать локально, можно делать локально делать стяжки. Обрабатывать праймером, битумом, примыкание, железо, кровли, выходы, вентиляционные какие-то каналы ставить, там, флюгарки менять на канализациях, это все можно делать. Поэтому, не знаю, кто тут, у вас тормозит процесс, не, либо вы, тормозит. Либо же отсутствие желания, либо прораб. Кто у вас? Надеялись на лучшее. Денис Семенов проверил также и второе здание школы искусств. Подходит к завершению ремонт хореографического зала. Здесь мы видим новый потолок и окна, окрашенные стены. Из крупных работ в этом здании – замена дверей, ремонт санузла и укладка линолеума. По мелочи – малярные и штукатурные работы. В бассейне в детском саду номер 39 на одной из стен красуется разноцветная плитка – один из элементов будущего панно. Работа идет полным ходом. Выбрали решение для потолка, занимаются вентиляцией. Все проходит под четким контролем надзорных служб и представителей отдела архитектуры. Следующая проверка состоится в пятницу, 21 июля.